Так, ну что, 1 октября я уже еще что сделала? Уже первый раз оборвала петрушку, это еще пока оставила. Ну тут тоже рвала коза. Вчера коза отцепилась и немножко попаслась тут на ней. Вот листики уже хорошие, красивые, пышненькие. Ну уже вот эти два рядочка и лук я посрезала. Ну где уже был лучок? Я, видите, посрезала. Ну, поотрывала, посрезала. Это вторая партия уже укропа. Видите, это первый раз срезала. Это второй раз срезала. А это вон последний, которая самая низкая была. Теперь она стала высокая. А как раз это, видите, доспевает. И получается, что оно по очереди идет таким этим. Пока туда ем, это потом подрастет. Это съем, это подрастет. И по кругу. Это кустовая, получается. Ой, кустовой сорт укропа. Так, ну, помидоры, конечно, вообще. Слушайте, у меня таких помидор не было, когда даже дожди были. Ну, и полив был. Шикарные. Шикарные листики, все. Но уже, наверное, они не успеют больше ничего сделать. Только как подцвести еще. Это я, по-моему, сорт Мобил. Этот укропчик, что я вам говорила, тоже вылез. Видите, как, ну, не такой густой, но тоже вылез. Будет, значит, еще, если этот уже совсем перестанет расти, то этот будем рвать уже в конце, когда уже совсем будет холодно. А огурцы, гляньте, сами вылезли, те, что я садила в жарище, и они таки не вылезли, даже полив был. Это, по-моему, директор сорт вылез. Ну, это так они растут, естественно, что уже ничего не будет. А, и за этот сорт бонсай, который балконный, типа балконного чуда, он же тоже получается. Вообще стояли такие три кустика, чахлики, гляньте, какие три куста. Это один куст, вот видите, один куст, вон видно ствол, один куст, это вот второй куст, и это третий куст. И гляньте, как они разгулялись, смотрите, сколько у них, гляньте, позавязывались. Завязи куча, помидор много вообще, тут, там, там. Ну, я не знаю, успеют они вызреть или нет. Они же все лето вообще не плодили, считай. Вот видите, там он сколько. В общем, завязи полно. Тут он куча тоже завязи. Красивая, ну, надо, чтобы были дожди. Все красиво, шикарно, кусты шикарные. Просто сказала, обалденные стали, но не знаю. Наверное, буду зеленые рвать. Ну, это такие, поняли, они маленькие, декоративненькие такие, балконные. Они, конечно, большие не будут. Ну, такие красненькие, вкусненькие, обычненькие, кисленькие. Конечно, по сравнению с вот этими, которые огородные, ну, это совсем другое. Это совсем другое. Но все равно прикольно наблюдать. Это те, которые я вам показывала. Видите, еще зеленее стали, цветут, завязываются. Вот. Вон, вон, сейчас покажу. Те, которые были такие зелененькие. Вот, смотрите, какие они уже большие стали. Растут. И дождей нету даже уже. Один там такой, ну, уже да, давненько не было дождей. Вот, видите. Такие красавчики. Ну, ничего, я соберу их. Я люблю. Я просто жду, когда еще подрастут, еще что-то завяжется. Видите, вот еще, вон, завязываются. Вот, завязываются. Вот, так что... Подождем и сделаем, заквасим зеленые помидоры. Там еще, там есть, есть. Яблочки еще кое-какие остались на дереве, сыпятся. Моти их не ест уже, коза наша любимая. Уже заелась наша коза. Ничего, вкусняшки, хорошие яблоки, сочные такие, вкусные. Вот эти тоже позавязывались. Вон лежит уже такой... большой. Ну, птичка уже не приходит. Я так поняла, птички травки теперь достаточно. И птичка сказала, не, все, Аня, ешь сама. Мы тебе больше ничего не будем тут съедать. А что уже съедать? 1 октября. Ой, вот 1 октября. Ну, да, 1 октября. Я уже, знаете, как-то непривычно же 1 октября. Ну, это он больной какой-то. Этот. Это можно сорвать, козе отдать. В общем, кусты одни в этом году выращиваю. Все, поняли? Помидор не выращиваю, выращиваю кусты. Ну, просто зеленку. Плохо, что нельзя ботву есть с помидор. Еще покажу этот, как он называется,
Все время забываю его название. Патиссончик. Во, гляньте, патиссончик даже завязался. Да я такие-то посадила семена. 3 штуки. И они там тоже такие чахлики тут были. Я их уже хотела вырвать. Я там тут 2 куста, ну, 2 ямки посадила по 3 штуки. В одну ямке я выкопала, ну, и сразу вырвала. Думаю, ой, такие страшные. А тут думаю, ну, ладно, хай уже сами по себе там как-нибудь. А они тут что-то начали отходить. Ну, опять 1 октября, что они успеют, не успеют. Вот видите, какой хорошенький. Гляньте, красавчик. Да, не успели вы, не успели. Лето красное пропело, оглянуться не успела. А у меня только началось, называется. Коза вчера моя оторвалась, съела мне яблоньку, которая отошла от подвоя. В общем, короче, как не эти. Не прилеты мне дерево спиляют, а коза мне поможет. В общем, вот такие дела. Ну ничего, я этот подровняла немножко. Все равно же я буду формировать дерево, и поэтому в любом случае оно в длину не росло. Ну просто, ну зачем его было сейчас-то обрезать мне так рано? В общем, у тебя помощница у меня. Знаете, у меня коза помощница страшная. Обрезку любит, все обрезает. Так что, и еще хотела еще показать. Самое что интересное, смотрите. Вообще, я такого еще, конечно, не видела. Там я первый раз такое. Гляньте, у меня шелковица. Как он такой нравится, спеет. Класс. Представьте, 1 октября у меня спеет шелковица. А знаете почему? Все получается, ну я-то каждый год, в принципе, делаю. Но я, наверное, в этом году рано сильно сделала. Я пообрезала ветки козе. Сильно было жарко, у нас не было травы, тут вообще засуха. И я ее кормила этими листьями, прямо так вот с ветками отрывала. И, наверное, дождь прошел. Что-то как-то понравилось шелковице. Она, наверное, подумала, весна пришла или что. И она начала давать как бы плодики свои. Видите, начала шелковицу мне тут давать. Тут что-то вообще сгорели листья. В общем, вон, гляньте, сколько шелковицы. Видите, вон шелковица. Вот шелковица. Ну, это, получается, самая первая вылезла. Поэтому она уже начинает спеть. Ну, наверное, тоже не вызреет. Все-таки 1 октября. Не знаю. У меня такое первый раз. Хотя я же говорю, что я всегда шелковицу рано обрезаю. Она, как бы поняли, просто по новой начала расти. По новой начала расти, выпускать листья. И дала команду, опять надо шелковицу, значит, выпускать. Вместе с веточками. Она же там заложена шелковица на следующий год. Тут что-то у меня даже кабачок, по-моему, сам. Или огурец вылез сам по себе. А здесь козе кидала этот фасоль плохую. Смотрите, фасоль вылезла. Даже где ее не просили. Вот вам и дождик. Вот вам и погодка. И стало хорошо, не жарко. У нас сейчас, кстати, опять песчаные бури поднялись. Очень, очень сильные. Ну и не именно у нас, а вообще по району. Такие, как у нас, пока нету. Тут с песком прям невозможно было дышать. А вообще сейчас везде вот пишут, что песчаные бури страшные. Да что, ну так вот быстренько рассказала. Огурцы тоже мне вчера Мотя помогла, доела. Там остался страшненький кустик. Все поломала, мне палки поломала. В общем, помощница такая у меня, знаете. Помощница из помощниц. Сейчас покажу. Это тоже помидор. Гляньте, какой. Ну, само все. Я его тут, это вообще тоже страшненький рост себе тут. Он еще завязался. Вот плодик маленький. В общем, все, как говорится, через одно место, знаете. Вот, видите, Мотя обрезку сделала. Поставила ее. Она все листики поела. Это алыча, скрещенная с этим, со сливой. Поломала ветку мне здесь. Тут и так дырка от прилета насквозь. Ой, в общем, дерево покрутило, я вам скажу. Вот она мне тут все поломала, все сломала. Это наша Мотя. Короче, поломалось у нее звено вчера. Это самое, она же на цепи стоит. И, видать, она разогналась, и звено порвалось. И все, и она начала тут. Так, ну-ка, тихонечко. Не дают ничего сказать, это Тобик. Да?
Ага. Хватит уже. Вот, поломала мне. Все, огрызок один остался. А второй еще ничего такой. На нем еще вот огурчики, вот огурчики. Еще будут огурцы. Сразу гляньте, сколько. Раз, два, три, четыре. А тут тоже было четыре, что поломанный был. Я их съела. Вот тут висели. Я их взяла, съела. Они еще были не повявшие. Тут он тоже завязывается. Ну, может, еще что-то будет. Это директор. Один несчастный. Ой, не директор, амур. Директор я вырвала. Потому что они горькие какие-то были. Вот видите, что она мне сделала. Мне все палки погнула, все мою тут стройку по стройку поломала. Ну ладно, уже идем к зиме, так что уже не жалко. В общем, вот такие у нас дела. Сейчас пойду с козой пастись. Поэтому все, всем пока. Так, быстренько вам показала. Хочу, чтобы муж тачку сделал. И убрать этот мусор, он меня раздражает почему-то. Но пока некогда этим заниматься. Так что все, вот такие дела, гляньте. Ну, зелень, да, красиво, все, красота. Еще бы так бы было бы долго и долго. Вот сейчас вообще хорошо и работать, не жарко. 24-25. Виноград, я же говорила, да, Мотя оторвалась, доела его. Ну, я хочу убрать один, тот, который я убрала там палки, все. Вот этот вот, что, остался куст, я его уберу. Мне он не нравится, он тут плохо растет. Оставлю один вот этот и все. Поубираю вот это все, что осталось с той стороны. Это я все когда-то забивала. Так вот, она быстрые руки, а так и стоит. Что временно, то постоянно. Ну, все. А, и лук тоже вылез сам по себе. Гляньте. Это тот, который я и не трогала. Тут весь выкопала, а здесь рядок оставила. Одиночку когда садила. Еще весной. Вот он весь вылез. Его даже остался тут вылез. Тут даже, по-моему, арбуз вылез. В общем, что-то все перепутала природа. Надо уже наоборот не вылазить. Оно все наоборот что-то начало вылазить. Так, ну все, всем пока.